Будет изоляция Крыма, Крым будет окружен врагами, врагами останется Украина и Россия, если они ничего не сделают, а будут какими-то там минскими договоренностями следовать. Постоянные будут стычки, конфликты. Это всегда будет держать в напряженности весь мир. НАТО начнут поставлять оружие, Россия ответит, и начнется такая локальная, но очень тяжелая реальная война российской армии с НАТО. Ну, а дальше будет не до Крыма, не до туризма, не до чего остального. Другого выхода нет, только эти территории отдать под опеку ООН. ООН бы взяли бы в эти территории. Я ведь не голословно говорю. С моим предложением выходили на Пан Ги Муна. Пан Ги Мун сказал, это блестящий выход, передайте. Но, говорит, я не обладаю инициативой. Он не может поднимать такие вопросы. К нам должны обратиться все страны, косвенно или прямо участвующие в конфликте. Украина, Россия, Европа и США. И для всех, для них это выход.